Лесная сама сюда приходила. Я вспомнил, все вспомнил. Это я фонарик злой колдунье отдал. И я Веночку обидел. Где она теперь? Я здесь, но только не один зайка. Мы все виноваты в том, что у нас волшебный фонарик отобрали. Это все она, кикимора злая. Значит, ты не сердишься на меня? Нет, нисколечко. Ну что же делать? Как нам волшебный фонарик найти? Ведь если мы его не найдем... Нельзя терять ни минуты, да? Надо действовать. Слушайте, звери, слушайте, птицы, к вам спешу я обратиться. Разбегайтесь, разлетайтесь, найти фонарик постарайтесь. Повсюду ищите, повсюду смотрите, кикимору злую скорее найдите. Волшебный фонарь не отберите. Кар! Улетела. Но мы тоже должны что-то сделать. Может быть, Снегурочку позвать? Правильно, ребята, давайте дружно скажем. Снегурочка! Снегурочка! Снежинки спускаются с неба, все ниже. Сугробы пушистого снега, все выше. Нет, Снегурочка, не будем. Как не будем? Почему? Нет у нас волшебного фонарика. Я сам его злой колдунье отдал. И Белочку даже тоже я обидел. Он не виноват, его заколдовали. Кто заколдовал? Я на тебя не сержусь, ты мой самый лучший друг. Мы все тебя очень любим. Правда, ребята? Конечно! Кар! Совершенно верно. Никогда мой полет не проходил с такой скоростью. Докладываю, птицы весь лес облетели. Нашли? Разумеется, нет. Лягушки все болото обшарили. Нашли? И разумеется, ничего. Рыбы исследуют все реки, ручейки. И разумеется, как вы уже догадались, ничего не нашли. Значит, все пропало. Прошу не перебивать. Это значит, что его нашла я. Вы нашли наш фонарик? Разумеется, я. Но где же он? Как где? Разумеется, на елке. Он весь волшебный и сразу оказался там, где и должен быть. Ура! И можно встречать самого главного гостя, Дедушка Мороза. Дедушка Мороз! Я Морозка Мороз, из-за елок и берез, из-за леса темного, огромного. Да на воле посвистать. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуй, Снегурочка. Здравствуй, мудрая ворона. Здравствуй, Белочка. Ну, здравствуй, зайчик. Наслышан я про ваши приключения. Но, как говорит пословица, все хорошо, что хорошо кончается. Ну, как настроение? Настроение на 5! Будем праздник начинать! Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать и иметь терпение и учение, не считать за свое мучение. Чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойки в дневники не смогли.
смогли пробраться. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается.